Добрый день, меня зовут Виктор. Я второй раз на энкаунтере. Первый раз где-то 3 года назад был, но, честно говоря, не до конца все я там решил с Богом, поэтому сейчас еду вот второй раз для того, чтобы решить многие вопросы с Богом, да, для того, чтобы подняться, потому что на первом энкаунтере я получил довольно серьезное освобождение. Вот, но со временем как-то это все замылилось, да, и на сегодняшний день мне нужно по новой получать. Ну, в некоторых сферах надо получить освобождение опять. Я надеюсь, что я его получил, потому что я сделал какие-то обещания Богу, какие-то решения принял, и пока не могу сказать, что это вот у меня такие ощущения, что я такой сейчас свободный весь, и все решилось, да, вот время покажет, да, как все будет, как разрешится вопросы. Вот. Спасибо за внимание, спасибо всей команде, спасибо церкви, что есть энкаунтер, что возможно, возможно сближение с Богом, которое в церковных условиях каких-то происходит очень долго. Здесь это все быстрее, да.